this person. Друзья, девочки, давайте по последнему же судят быстрее, умоляю. Не могу уже. 415 на месте вызова. Принято. 415 на месте вызова. Здравствуйте. Что у нас получается? Открытие третий раз, да, сборы для журналистов мы проводим, пожарно-спасательные. Сегодня будет много интересных, но достаточно и интересных этапов. Вот, и я думаю, что вам будет интересно, и нам будет интересно. Судейская команда, судья соревнований Вакуленко Евгений Викторович. Да, дальше судьи по этапам. Я вам не буду рассказывать по этапам, просто Гуляев Виталий Анатольевич, Миронов Дмитрий Сергеевич, Миусов Николай Александрович. Так, Зуб Эдуард Александрович, прости, ага. И Гулевич Алексей Викторович. В общем, да. Сейчас судья расскажет вам немножко о том, что будет проходить. Проведем вас по этапам. Потом начнется музыкальная вот эта визиточка. Потом вам предложим сыграть в футбол, расскажем. Это может быть не только команды, но и кто вас приехал поддержать могут. Там просто свой приз на стол, просто вкусняшка. И дальше все, пойдем по жребию по этапам. И у нас еще интересно в этом году будет мастер-класс. Мастер-класс по медицине от нашего доктора. Он нам покажет сердечно-легочную реанимацию. Кто хочет, попробует. Жгуты вы повяжете, сделаете. И потом с одним с этапом будет также это связано. То есть там будут тоже приписываться баллы. Как вы усвоили, как говорится, это все. Да, все, слово Евгению Викторовичу. Итак, сейчас начало у нас будет... схема будет примерно такая. То есть сейчас у нас будет представление команды, да, у вас конкурсная программа. Представление команды, и потом дальше у нас будет футбол, получается. Потом мастер-класс по медицине, и далее уже сами соревнования начнутся. Настроение просто класс, всем пора узнать о нас. Будем мы вовсю стараться, до последних сил сражаться. АОТВ, высший класс, не сломить наш дух и нас. Еще! Поехали! На концерт! Ничего на свете лучше нету, чем творить ТВ по белу свету. Тем, кто дружен, интернет не нужен. Мы в реале трудимся и кружим. Мы в реале трудимся и кружим. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Мы свое призвание не забудем. Каждый день мы помогаем людям. Нам, борцов, заманчивые смотры не заменят внутренней свободы. Победим мы и никак иначе. Вы смотрите «Вести Благовещенск», в студии Анастасия Шатная. Мы продолжаем рассказывать, как проходит подготовка команды «Акулы» эфирного пера к областным пожарно-спасательным сборам для представителей региональных СМИ. А с места событий с нами на прямой связи со студией наш корреспондент Мария Гумлевая. Мария, здравствуйте, как у нас слышно? Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, студия, здравствуйте, зрители, здравствуйте, Анастасия. Все журналисты ГТРК «Амур» готовятся к соревнованиям. Мы уже сделали 150 приседаний, уже 200 раз отжались, сделали 715, прости господи, бёрби. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в утренней студии ГТРК «Амур».
доброе утро! У нас сегодня в гостях потомственный маг и гадалка Зухра Позолотиручка. Зухра, доброе утро! Доброе! Я смотрю, что вы пришли не одна, а принесли с собой стеклянный шар. Да. Подскажите, пожалуйста, может быть, мы погадаем и сейчас узнаем, что же ждет всех нас, нашу команду? Будет ли нам победа суждена? Ну, я вижу много испытаний выпадет на вашу долю. О, нет! Я вижу, кого-то несут! Что? Несут! Лестницу несут! А, лестницу, господи! Ой. Что еще вы видите? Рука! Чья ты рука? Что с рукой? Чешется рука! Чешется рука! И свет! Свет! Светлана? Что произойдет? Нет, много света в студии! Сделайте меньше света! Виктор Михайлович! Все понятно, что происходит в студии, а я предлагаю заглянуть в гримерку КТРК «Амур». Здесь происходит изготовление секретной пудры. Гримерка, где вы? Вы на связи с нами? Мы здесь. Пудра готова. Давайте опробуем в действии. Блеск пудры затмит глаза всем соперникам. И не даст им победить. Поняли, соперники, идем к вам. Мы хотим узнать общественное мнение. Не убегайте, друзья. За кого будете болеть в этих состязаниях? За себя. Мы вырежем ваше мнение из нашего эфира. А ваше мнение какое? За Амурское областное телевидение. Ваше мнение тоже не учитывается. Оператор, за кого болеем? За нас, ГТК Амур. Все верно. Как настроение? Как отлично. Мы готовы. К счастью, передаем слово эфир студии ГТРК «Амур» утренней. Что мы скажем? Дело в том, что сейчас буквально сейчас у нас здесь на связи находится с межпланетной космической станции космонавт. Давайте спросим Анастасии, может быть, в этот момент уже появилась. Зачем? Я же сама говорю. Да, у нас экстренное включение, мы вынуждены прервать наш эфир. А включение с естественного спутника Земли, куда недавно, совсем недавно прилунилась станция с известным космонавтом Александром Черногагариным. Александр, вы нас слышите? Слышу. Я приветствую всех землян. По-прежнему мы на Луне. И внимательно следим за событиями, в том числе за подготовкой команды ГТРК. Амур к соревнованиям. Анастасия, как ваша физическая форма? Вы знаете, Александр, я уже третью неделю сижу без стула. Я уже даже хожу так вот, без стула. И вот все-таки вот уже вот спина болит. Я не знаю, что нам сделать? Как у вас там? Что сделать, да, Александр? Как да, мы сталкивались с этими проблемами. Нам вообще стулья особо не нужны. Но в некоторых случаях помогает лунная пыль. Мы выслали вам немножко одной известной почтовой компании. Месяц назад? Да, месяц назад. Я думаю, что она спасет вас в трудные времена. Буквально через несколько секунд, я думаю, она долетит до нас. Ну а пока мы команды хоть куда! Акулы эфира! Акулы эфира! Не сдаемся никогда! Огонь, там где-то все так взрывается и так далее, пули свистят, ну так грубо говоря, да, понятно, да?
там, где представляется опасность как для пострадавшего, так и для оказывающего помощи. То есть в этой зоне у нас минимальное мероприятие. Это у нас наложить кровоостанавливающее временно, остановить кровотечение путем наложения жгутов или турникетов. И товарища пострадавшего быстро эвакуируется. Что-нибудь, да, фонарик, ну, обычно фонарик небольшой такой. Дальше, содержимое аптечки. Видим вот такой раскладушки. Тоже дублируется еще один жгут обязательно у нас. Жгуты это по типу, вот как у Тесмарха были раньше красные, сейчас мы будем такими, да? Сейчас вот разновидности по типу силикон, резина, современные модели, да, существуют. Недорогие. Дальше. Израильский бандаж, так называемый, да? То есть разных размеров, упакованный. Почему израильский? Потому что мы впервые придумали в Израиле военными. Теперь он широко используется. Правильно, практики всего во всем мире. Представляет собой не что иное, как эластичный бинт. Принцип простой. Закрыть ниже, допустим, где-то ранение у нас вот здесь, выше от сердца, грубо говоря, перекрыть кровоток. Все просто. Либо жгут, либо турникет. Жгут мы все видели, разнообразных цветов, разнообразных фактур и так далее. И сейчас используется давно уже, опять же, тоже. И у нас не используется широко. Нет, вернее, придумано у нас. Такой прототип еще был, черт знает когда, таких времен. И в 40-х годах, во время Великой Отечественной войны, пытались что-то подобное вести, но там просто конструкция была посложнее. Не посложнее, попроще, но она не умели люди пользоваться, потому не пошла в серию. Вот. Турникет. Тоже все что иное, как эластичная лента. Эластичная лента, вороток, фиксатор. И либо трехщелевое, либо там двухщелевое. Принцип прост. Допустим, кровотечение отсюда. То есть мы просто накладываем. Выше. Ага. Выше, да. Затянули, зафиксировали. И вороток закручиваем до остановки кровотечения. Я сейчас не буду тянуть, тяну. Затянули, закрутили. В рожки вот эти вставили фиксатор. Вот это у нас дело раз, тайм подписали, время. Угу. Понятно, да? Сейчас тенденция к тому, что чем меньше жгут находится на теле, тем лучше. В среднем не больше часа. Угу. Не надо, не важно, да? Мы оценим общую ситуацию. То есть, чтобы ничего не спасателя не заражало, чтобы пострадавших не увеличилось, да, скажем, спасатели. То есть мы оценили, чтобы провода, что-то висит, что это уходит. Убрали, да? Подходим, осмотрели место происшествия. Наличие биологических жидкостей, кровь, моча и так далее, да, там слюна, там оценили сразу, еще, это буквально секунды, оценили кожные покровы, подошли его за плечо, эй, товарищ, друг, там еще там как-то, да, там, то есть есть зоны комфорта, плечи, спина и так далее, не надо там за грудь, за бедра трогать, еще там чего-то, да, по понятным причинам, вдруг он там просто лежит, прикидывается. Ну это утрирую, да? То есть раз. Тем более. Прикидывай. Это вырежите, пожалуйста. Подошли, посмотрели. Существует масса способов. Ну, один, как я использую, мы используем. То есть это мы взяли, нашли сонную артерию, да, которая щитовидных речек, скользнули, себя другую себе попробовали. Раз попробуй. Есть возможность, что вы услышали свой пульс при волнении. То есть если отпустили, да, чувствуете, раз себя взяли, посмотрели, то есть не ваш ли этот пульс. Пульса нет, заглянули в глазки, глазки широкие. Ну и потом просто вот посмотрим на кровушку и все остальное. Раз посмотрели. То есть мы исключаем кровотечение. То есть у нас есть какая-то дырка, там откуда кровь течет, мы наложили. У него нет ничего. Да. Ну я тренирую, чтобы так, чем проще объясняешь, если начнет термином сыпать, да, вы будете плохо запоминать. Да. То есть я чем, да. Есть, вот. Есть, нет, это мы, это имитация пояса. То есть мы расстегнули, подложили вот таким вот образом, либо валик, либо просто голову вот так вот взяли, маленько, раз. Вес, зачем ты? Да. А? Гипсом, это правило, освобождается дыхательные пути. Да. То есть у нас когда... Так, вот, еще раз покажите, как там надо приподнять, да? Просто, либо вот так вот, ага. Да, за подбородок. Либо по старой школе можно подлажить. Я не думаю, что ты там будешь что-то делать. Вот, видели, но нормально это все. При отсутствии сознания и так далее, все это будет расслаблено, через она повисшая будет, поэтому, ну, расслабленные мышцы, поэтому ее будет легко сюда вот это полежит, будет легко выдать. Аппарат у нас реагирует, видите, у нас лампочка загорелась. Так, и потом ищем очевидный отросток. У себя мы тоже потрогали. Раз. Это такой провал, что такое. Раз. Вы имеете в виду, где заканчивается? Да, так, грудина заканчивается, там очевидный отросток такой. Вот его раз нашли, два пальца. Вот этим местом. Какой там такой будет травой, допустим, да?
эти пальцы выключили. Чтобы площадь увеличить, мы вот так вот убрали пальцы, да? Вот этим местом положили. Тело будет стоять не вот так, да, а прямо на него. То есть вот прямая линия, да, будет вертикально вниз. И на 30 раз. Сколько сантиметров? Ну, допустим, около 5, да, 5-6-5. В зависимости от комплекции и от возраста, да, если это ребенок будет, ну, совсем грудной, вот так, да. Если в средний возраст ребенка вот так, то есть руками, да, если взрослый, то есть, ну, там, 4-6 сантиметров. И со скоростью 30 к 2 начинаю качать. 30. Если я работаю один, нос закрыл, видите, да, чтобы воздух не выходил, челюсть у меня вынута, да, осуществил вдох. И приподнимайте, понятно, да, подбородок? Ну, он будет держаться, он будет, я маленько прилежал, он будет в таком положении, шея расслаблена, мышцы расслаблены, будет все это делать. Вот, сегодня на этапе у нас, сколько у нас, 4 человека в команде? Да. Вот, у нас 2 человека оказывают помощь. Один будет, а капитан будет за всем следить. О, вот так это стоит. Стоит, ждет такая. Воротничок. Вася, делай для удобнее. Чтобы ничего не мешало. Тормози, там мы бьем на бок, чтобы быстро развернуть. А, просто вниз опускай, да? Маш, давай. Мы с тобой, да, мы с тобой, сделать, да. А вы на другой стороне. Мы каждый команды. Петюня. Соревнования начались. Да, готовы. Давай. Оба. Да, пойди, короче. Маша, надо в одну руку. В одну руку возьми. В одну руку? Да. Одну берешь. А это справишься? Да. Вадима! Было? Что, еще надо или нет? Все, бросаем? Ага, ты тащишь, короче. На весла! Правши на правую гондолу, правши на левую. Так, Маша, мы на сторону. Правша, Александр. Давай. Что с топорами можно дать или нет? Маша, здесь остаешься. Маша, сюда со мной. Вот так? Все? Вот сюда? Да. Ух ты. И раз! И он! Ого! Пошли! На маленьком плоту. А, вот. Давай сюда, мой маленький. Иди ко мне, мой сладенький, сюда. Зайчик. Иди сюда, мой зоенька. Ты мой маленький. Пойдем, ребята, давайте! Давайте! Да, давайте! Да, блин!
прибываем к берегу. Прыгивайте, прыгивайте скорее. Тетя, я пострадавшего тащим в этот... Плавочки, все, время стекает. Давайте, идите, у меня тут экшн-камера, идите как спасатели. То есть спасатели, да? Вот так они ходят. Это так спасатели ходят. Маня, отдыхаем. Вы не отдыхайте сразу на этап. Сексуальная же пень. Наверное, потом на Симу пойдем. Они побегут. Нормально, нормально. Давайте, давайте, давайте. Ладно, давайте, команда, поможем, да. Что, поможешь? Нет, нет, нет. Красавцы! Слушайте, может так на работу в дождь? Неплохо. Только этот, идентификация не сработает. Please, I'm silly British person. Друзья, девочки, давайте по последнему же судят быстрее, умоляю. Не можу уже. Побежали, родненькие! Давай, 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 давай! Давай! Что делать? На плечо его! Машенька, Нажимай, нажимай. Вначале его раз. Это кольцо там подвигает. Быстрее. Давай, 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 пошла, пошла. Еще, 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 еще. Еще, еще, да. Кольцо поверни, дальше, кольцо, дальше, да. Дальше, все, пошла, пошла. Теперь поворачивай. Еще, 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 еще. Еще, еще. Все, все, давай. Давай. Поворачивай кольцо. Я повернула. Ладно. Лесовечка попадалась. Давай, 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 давай. Не, не довернула. Довернула. Все, пошли. Все, все. Пошла. Очень бурок, нет? Мне
мне понравилось залазить в трубу, так. Потому что я этого никогда в жизни не делала. Ну, я... теперь буду делать каждый выходный. Мальчик, уйди отсюда. Но я надеюсь, что мне это пригодится когда-нибудь, если я буду брать комментарии у каких-то людей, а они будут находиться там, где нужно пролезть через трубу. А ты-то уже это прочувствовала? А я уже... Вообще, на самом деле, очень интересно, потому что мы же каждый день снимаем... Ну, не каждый день, регулярно мы снимаем работу спасателей и смотрим со стороны, как они работают. А тут, получается, можно погрузиться, попробовать. Вот меня поразило... Водный этап. Да, короче, потому что спасатели говорят, что когда приходилось жителей Благовещенского округа и эвакуировать во время наводнения, они 12 часов проводили в гидрокостюме. Да. Вы похудели в гидрокостюме? Я похудела всего на 200 граммов, наверное. Перебор, все, заканчиваем. Я могу бесконечно. Обрежем, конечно. Все, давай, сейчас начинается следующий раунд. А, все, погнали? Да можно без страховки. Так ты мой? Нормально. Вот это шпагаты. Попробуй. Бари, пога. Ничего, ты сильный. А вот тут-то перчаточки бы пригодились. Да. Она застревала. Саня, бегай. Все. Все. Вау, какая белая. Ага, вот, нормально. С той стороны. Нет, давай, спускай, Саша. Нет, это вот этот. Страхуй, где кто-то? Вадян, отойди, не мешайся. Где он уходит? Бери, бери. Да я держусь. 1000 чертей моих бывших, я сказала. Оставляй на прошедшей дистанции. О, все, прибежала. Куда? Отцепляйся дальше. Все! Куда? Что делать? Бегай. Сразу себе на бок. А потом? Сюда. Нифига себе, Даня, тренировалась. Аккуратно, не спеши, не спеши. А куда дальше? Ножку, подожди, стой. Ножку на шпагат. Ножку на шпагат. Ну ты всегда давай, это делала, Мария. Притягивайся, да. Осторожнее с помощью. Ножку на коленку, на коленку, пока все. Мало чем-то. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Все. Прыгаю. Прыгай. Прыгай. Все, мало чем-то. Страхуй, ага. Оп. Все, приставные шаги. Поймай темп. Раз, 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 раз. Все, все, хорошо. Стой, стой, стой. Прыгай. Прыгай. Прыгай.
Есть еще, нормально. Галя-паук, помни, ты паук, Галя, ты паук. Все. Куда? Все отлично. Даже больше риски. Да, ну мы начнем, наверное, что, с третьего места. Ну что ж, начнем с третьего места. Ну, короче, третье место — повод, повод готовиться к будущему году. Так, третье место, значит, грамота награждается команда мужского областного телевидения. Ура! Боже, кто же? Давайте раунд устроим. Теперь интрига, да. Интрига. Блин, а что, второй или первый говорить? Второе, конечно. Так, второе место. Награждается команда ГТРК «Амур», «Акулы», «Пера». Давайте уже мы сразу все вместе. Давай, мы сейчас вас вытащим. Давай, сейчас объявят вас. Да, и первое место в пожарно-спасательных сборах. Третий раз подряд. Награждается, завоевала, или как сказать, там, команда «Акулы» эфира ГТРК «Амур». Идите к нам, да. Держи. Женя? Пирог. Пирог и пирог еще. А пирог может вперед, и пирог может вперед выйти. А вы что, давайте к нам. Но вы сначала. Идите все к нам. Подожди, сначала мы. Давай, сами сходим.